По прогнозам синоптиков, первые заморозки в московском регионе ожидаются не скоро. Но, как известно, погода в России полна сюрпризов, поэтому готовить город к снегопадам и гололеду лучше заранее. Сегодня мы вместе с заместителем министра благоустройства посмотрели озеленение благоустройства нашего МБУ, муниципальное бюджетное учреждение, посмотрели водоканал, еще съездим смотреть будем автодор. И будем смотреть, конечно же, теплосеть. Все четыре предприятия у нас на сегодняшний день готовы к зиме. По крайней мере, все отчеты уже сданы. Уборочная техника полностью исправна. На балансе у городского хозяйства есть 26 машин. Тракторы, погрузчики, самосвалы и автовышки для опила сухих деревьев. Запасы песка и соли против гололеда на ближайшие два месяца уже приготовлены. Готовность Реутовского водоканала также оценена на отлично. Водоканал продемонстрировал свои две аварийные бригады. Коллеги работают по необходимости в режиме 24/7. Они обеспечены оборудованием, поэтому тревог в этой части нет. Для работы в условиях повышенной нагрузки в зимний период водоканал будет использовать материалы нового поколения. Вся техника готова для устранения возможных аварий. Елизавета Чернеева, Сергей Сомов, телеканал Реутов.